Меня зовут Арутюна Валюсине, мне 27 лет, я из города Краснодар. А с самого детства меня привлекала большая сцена, и я хотела всегда стать артисткой. Еще в детстве родители заметили во мне задатки актрисы, и, наверное, это стало частью моей жизни. Я пишу песни, сочиняю стихи, и проект «Голос» — это для меня шанс быть услышанной и донести до масс свое авторское творчество. Ну, на данный момент я чувствую спокойствие. Я считаю, что хорошо. Менку нен картин хаджогутан кеса. Ете дуканисте, ете дукзгуме корда чиште. Уре мен хаватумен зерузей. Ка чиште згатсогутун, ка эфлес бстаутун, у ка хоя капандисатес. Воре айспайн запохчунеров димаволике. У аменичкани ботиситу ерутуненас стажанвуй. Дэнч, мен воткен кангрум у кес запохчунеров. Жана парумен депи пема артак. Энда кес басумен. Болор ан хампер. Всем участникам проекта я желаю в первую очередь это верить в себя и никогда не предавать свою мечту. Sometimes I get a good feeling. Меня зовут Арутюна Валюсине, город Краснодар. Тут хайрин хасканум эк? Кич-кич. Кич-кич, а гитек мэна хайрин. Ладно, я дам слово сначала Нуне. Лусине джан, инче эс маснакцу эс марцутин? Ну, я являюсь автором-исполнителем и хотела бы донести до публики свои песни. А почему не авторскую песню вы исполняете тогда? Таковы условия конкурса. Иск Хаястан, Хаястан екелек минч айс конкурса. Ха. Ха. Эстех барекамнер унек, ангернер, барекамнер, харазатнер. Айсинкен мналутег унек. Да. Дрэ хамаре ян хангаста. Просто Нуна хотела к себе забрать. Кама, короче, кама, стерапов. Шат лав. Мяйнес вочумэс ерку. В этом жанре я люблю петь. Это то, что мне больше всего нравится. Из кайрен лезво? Че. Че. Сэнс, сэнс, дзэн птигайма. Че, мичи? Имамар. Кэс хамар.
Ла, ворошир, инкат ворошир, умотес гналу. Я безумно рада, что ко мне вообще повернулись. Спасибо большое вам. Очень рада быть сегодня здесь. Мы тоже за вас очень рады. И я бы хотел добавить несколько слов. Я почему сказал, что мне не очень по душе, что вы не поете на армянском? Потому что я для себя решил, что с самого начала этого конкурса, как только я согласился сидеть в жюри, я буду обращать внимание больше на песни, которые на армянском. Но вы меня убедили, даже песней Кристины Агильера, я небольшой поклонник Кристины, пусть меня простят поклонники Кристины, я не знаю, у нас есть такие. Вот, но вы меня убедили. Но вам придется учить армянские песни. Вы готовы? Я ко всему готова. Ко всему... Ко всему не надо. Нужно всего лишь научиться петь на армянском языке. Давайте. Լուսինեն գեղեցիկ է, անկասկած հրաշալի ձայն ունի, ընտրությունը տեսնենք. Նոնե. Յա. So strange, everything about me seems to have changed. Step by step, I got a brand new look. It was something sweeter than this. Поздравляем, молодчина, ты в проекте, супер. Ты знаешь, как они волновались? Да, море слез. Еще да. Ну все, ты в проекте. Спасибо. Вот камера. Ты сделала это. Ты прекрасно выступила. Ты молодчина. Нет слов, на самом деле, потому что все было очень волнительно. Как-то все было впервые для меня, такой проект. И я безумно рада. Спасибо жюри, что они меня услышали. Главное, ты справилась. Да, спасибо. Будем работать вместе. И сегодня вы должны пойти домой, отдыхать, отмечать это событие. И главное, все это без меня. Встретимся. До свидания.